Так. Поели, попили. Ранчпекеры. Оранжеры. Тут уже открылась после ремонта французская булочная пекарня. Второе заведение из этой сети работает на Ярославом валу. Ну, продолжим наш райд. Цель — проспект Дружбы народов. Случайно ВПО. Звякнуло под колесом. Нет. Это явно не наш. Не на главной, не на главной. Ага, вот, господин президент. Президентский дворец. Зачинены у зв'язку з мерами безпеки. Яке мрачне, красиве стадіє. Як чудно. По-моєму, це настоящий граніт. Оп. Пам'ятник архітектури. Особняк. Початок 20-го століття. Да, це вже модерн. Вечером. Но, наверное, еще более романтически смотрится, чем днем. Сколько, наверное, задумано, как мрачновато.
тихо, движения почти нет. Воскресенье, вечер.